Эх, природа, погода, все великолепно. У нас сегодня с вами, друзья, новая развлекуха. Ну, так скажем, не просто развлекуха, а очень интересное дело. То есть мы сейчас начинаем заниматься хождением по водам Карельского перешейка. Мы находимся на Суходольском озере. И сегодня у нас прекрасный день, великолепная погода. Чуть-чуть ветерок идет небольшой, но мы находимся на стоянке, которая прямо находится на берегу озера. Вот видите, стоят машины, сюда все приезжают и выгружают свои шхуны морские. И сейчас я вам покажу мою шхуну, которая называется Риф. А еще более подробно она называется Риф Скат. Скат Тритон. Выпускается она фирмой Англер, петербургским заводом. И продается в великолепной конторе, которая называется S-Technic. S-Technic. Ну, что я вам могу сказать про данный вид лодки? Она великолепна тем, что она имеет вертикальные баллоны. То есть баллоны, как вы видите, они в высоту больше, чем в ширину. Дальше, у этой лодки очень надежное дно низкого давления. И здесь же лежит коврик. Вот видите, да, такой коврик рифленый, который, естественно, усиливает дно, и по нему можно ходить как по дощатому полу. Вот у меня прекрасный мотор, который называется Микацу 9.9. Ну, развивает скорость примерно 35-40 км в час. Я засекал по навигатору. Вот, лодка великолепно выполнена, сделана она надежно. Накачивается очень быстро. Мы в течение 20 минут полностью лодку накачали и сделали ее прекрасной мореходной машиной. Вот смотрите, дно у лодки вот такое. Здесь три киля, они вдоль всего дна идут, чем они, конечно, усиливают эту лодку. Лодка 350, она рассчитана на 4 человек комфортного плавания. И 4 человека комфортно плавая могут совершенно спокойно и удобно находиться в лодке. Лодка имеет кокпит, ширину между баллонами 1 метр. Это очень удобно. Чем больше места внутри лодки, тем лучше. Вот. А Суходольское озеро, оно длинное, оно начинается от Лосевских порогов. И вот идет прямо до суда. Здесь мы находимся в поселке Удальцово. И дальше оно уходит в речку Бурную, а Бурная уже впадает в Ладогу. Поэтому, в принципе, можно спуститься на лодке и в Ладогу. Вот, друзья мои, Фрай. А это моя собака. Фрай, здорово. Кто тут у меня пришел к папе? Кто пришел к папе? Вот такая хорошая собака, молодец. Вот, ну что, друзья. Сегодня я с вами буду прощаться, наверное, уже. Потому что время съемки позднее. И мы с вами уже сейчас еще раз пойдем с нашими друзьями на воду и пойдем плавать. Время обкатки нашего мотора составляет 10 моточасов. Уже мы накатали 5. Так что продолжаем обкатку мотора. Все, всем пока. Друзья, вот у нас с вами еще один день обкатки. Сегодня мы здесь на Суходольском озере обкатываем второй раз лодку Риф Скат 350 Тритон, тримаранного типа. Вот она у нас вот так выглядит. Очень удобное расположение ручек, сидушки с мягкими накладками. Вот у нас есть моторчик 9.9. В принципе, его хватает для того, чтобы скорость лодки развить до 40 км в час. Ну, с двумя пассажирами. Поэтому я, конечно, всем рекомендую заниматься вот такими интересными вещами, как обкатка, прокатка, закатка, выкатка, перекатка лодок, умение вести себя на воде. Обязательно, друзья, надеваем спасжилеты, потому что это вас
страхует от всяких несчастных случаев. И понятно, что в такую отличную погоду можно великолепно проводить время на воде. Ну, сейчас вот я немножко добавил газку. И сейчас покажу, как лодка идет у нас с двумя человеками и выходит на глиссер. Вот у нее задрался нос. Еще добавляем чуть-чуть газа. И вот она уже встала параллельно воде. Это еще где-то 2/3 газа. Вещь. Я считаю, что этот вид лодки, он, конечно, себя оправдал, потому что надувное дно низкого давления создает определенную жесткость и еще 3 киля, которые идут вдоль всей лодки через всю длину. И внутри лодки лежит вот такой коврик. Он жесткий, он не дает всяким предметам типа ножа, блесен протыкать дно лодки. Ну и понятно, что он придает жесткость. Очень удобно. Так что, ребята, всем рекомендую, если хотите наслаждаться на природе, на воде разными вот такими вещами, рекомендую купить лодку фирмы Angler Даже могу вам сказать, где я ее купил. Это S-Technic, фирма, которая напрямую торгует с заводом, сотрудничает и торгует. Так что приходите к ним, там вас всегда радостно встретят и вам предложат разные виды лодок любых размеров, ну, в качестве вот этой данной фирмы. Поэтому считаю важным вам сказать об этом. Приходите, покупайте такие лодки. Ну все, спасибо за внимание, молодцы, всем пока, удачи.